Всем привет! Всем привет, друзья! Поехали, покатаемся! А где мы? Расскажешь, где мы? Мы уже почти что доехали до селения Рамени Уменского района. Мы едем по дороге в сторону Нижнивкина, через деревню Олимпийский, через Рамени, через Барановщину. В общем, по этой дороге. А вот это поселение Рамени. Ну, я не знаю, ходят сюда какие-то автобусы или нет, слушай. Может, с той стороны сюда, я не знаю. С той стороны, думаешь, надо, что-то надо заезжает? Надо спросить. По-моему, там вот Нижнивкинский, он идет чисто до Барановщины. Я не вижу, если... Слушай, туда же восстанавливают церковь. Глянь-ка. Смотри, какая красота. Красота, слушайте. Сейчас я туда заеду с боком, чтобы могла высунуться из... Ну ведь реально пап восстанавливают. Вроде как. Себя ты переместишь, такая красота. Ну слушай, так-то она тут уже такая старенькая, да. Уже растения даже на ней растут. Но вот видно, что ее восстанавливают. А написано вон там, вон на этом. Хотела выйти, но там собачка. Ну слушай, да, восстанавливают церковь. И она довольно-таки уже, да, старенько. Выглядит-то старенько. Так, ну что? Мы повернули. И как раз поехали уже в сторону Нижнивкина. Ну, я не знаю, насколько, конечно, здесь ее восстановят. Потому что денег нужно очень много. Потому что она уже такая, ну, в плачевном состоянии, конечно. Вот автобус на основном, кстати, был. Ну, я не знаю, какой тут автобус ходит. Я не могу ничего сказать насчет транспортных тут этих, в общем, маршрутов автобусов. Может быть, тут когда-то ходил автобус. Ну, дорога, конечно, не очень, как вы видите. Видите, дорога разбита. Да. Вот мы из Рамени сейчас выедем с вами. Дорога совсем не очень. Ладно, поедем с вами дальше. В общем, ямы объезжаем. Дорожка, конечно, желает быть лучшей. Да. Но, к сожалению, что есть, то есть. Что есть, то есть, да. Люпин вон цветет на обочинах дорог. Даже чудо спать захотела, прикинь. Укачала, да, наверное, укачала. Поля, конечно, здесь здоровенные поля. Наверняка раньше они засажены были чем-то, какими-то культурами. Сейчас просто растет. Да, сейчас просто растет, цветет люпин. Да не только люпин, всякая. Обычные полевые цветочки. Вон иван-чай, да, зацвел уже. Кашка-малашка, как ее там называют, эту кашку, да, белую-то. Дорога, конечно, здесь не очень. Не очень, да. Самое то ехать, я не знаю, там, на тракторе, может быть. На танке. На танке, да. Даже не страшнее, одна яма не страшнее. А вот ой, смотри-ка, тут что-то засажено, да. Мелькает вот поле. Оно ровненькое. А-а-а. Тут что-то посадили, правда, вот. Вот, вот, вот.
Красота, да? Зеленая, зеленая трава. Зеленая красота. А мы все еще едем в сторону Барановщины. Вот смотрите, уже дорожка-то. Как лес подступает, да? Что мы едем, дорога как будто вообще в лесу. Да. Просто в лесу. Скоро будет лесная, наверное, эта дорога-то, скорее всего. Лес тоже ужасный. Да, слушай. Да, ну видите, да, как трясет. Такая вот дорожка здесь. О! Маленький кусочек нормальной дорожки. И снова такая же. Да. Чтоб не расслабились. Да, чтоб не заснули тут. Слушайте, мы наконец-то выехали из этого леса. Едем уже все-таки где-то в полях. Да, поля и постройки, что-то тут есть. А там дальше какие-то фермы вроде даже виднелись. Ну, такие эти дворы-то большие. Вон. Вот одни, да. Ну, я не знаю, они рабочие или нет. Вот это вот силосные эти. Такие вот. Так, на чем я остановилась-то? А, мы въехали в Барановщину. Там вот были такие... сделаны железобетонные такие конструкции, да, это как раз силосные ямы, куда завозилась трава, потом пересыпалась чем-то, по-моему, да, то ли землей, то ли чем. Как делается силос-то? Откуда с ней? Ну, так и делается, да. Ты же росла в деревне, я-то что, городской? В общем, силос ты не делал, да? Нет. Не готовил? Нет. Да, здесь какие-то вот амбары. Скорее всего, это было раньше. Колхоз. Да, скорее Помнишь, всего, было раньше. Инженерный комплекс. Тут, наверное, скорее всего, были эти комбайны, да, ну, там, например, техника, оборудование, техника. Да, какое-то навесное на технику, сама техника, трактора. Что-то, наверное, типа такого тут было. Вот жилые дома. Это не жилые, ой, слева. Так я показываю, а вот жилые. Покажи жилые дома. В общем, вот это то, что осталось, я вам показываю. А жилые дома вот. Перепутала, да? Ой, кошмар зеленый. В общем, доехали мы до Барановщины. Сейчас уже немножко осталось, и мы будем в самом Нижневкино. Едем дальше. Пекарня тут даже есть. Вот так вот. Магазин самообслуживания «Талисман». Тут лучше строят еще. Ну слушай, вот здесь-то же дома-то, посмотри, они новые. Вот там-то идут новенькие домики. Но я думаю, что знаешь что? Тут, наверное, земля, участки, да? Они, наверное, дорогие. Не такие дорогие, да. Потому что в самом, так ближе к поселку Нижневкино, участки-то там будут дороже. Да? Гораздо. Домик шикардосный, большущий. Тут тоже что-то строят. Угу. Но что-то не помню, не жилой дом, что-то другое. Да, лесопилка, по-моему. Лесопилка, по-моему, да. Пила, как да? Пиломатериалы. Пилорама. Пилорама, да. Пилорама. Пила. Ой, кошмар. Аллилуйя! Мы выехали на нормальный асфальт. Это уже Нижний Ивкино. Да, все. Это район Нижний Ивкино. Сейчас мы выйдем как раз к церкви. Mm-hmm. Только мы выйдем уже не со стороны трассы, да, от города Кирова, а со стороны вот именно Барановщины. Вон церковь. А вот и церковь видна, да. Все. Мы все доехали. Да, фигуры, вас дороги. Довезли, сами доехали. В общем, все довольны. Кому понравилось такое видео, пиши, ставь лайк, подписывайся на канал.
обязательно что-нибудь комментируй, а мы поедем дальше. Всем добра и всем пока, друзья.